В латышской школе учусь русским. Папа русский, мать латышская. Короче, давай так, репортаж вести надо на двух языках тогда. Веди и на латышском, и на русском. То же самое, как. Ты говори и на русском часть, потом переводи это для тебя. Можешь? Не, или я могу перевести то же самое. Я попробую. Пусть он на двух языках попробует. Ладно, пожалуйста. Так, мы находимся в школе. И продолжай дальше. Говори, мы находимся в школе. В городе Аукс. Это Аукс? Это не Аукс. Только не показывает телефон сейчас, где мы находимся. Подожди, вы снимаете или нет? Да, снимаю. Мы уже начали, как только... Здесь Wi-Fi слабый, он, наверное, не показывает. Да, здесь не показывает. Не Wi-Fi, а зона телефона. Ладно, я выхожу, в общем, опять. А куда ты хотел показать? Помнишь, что ты хотел показать? Но это нам надо идти в ту сторону, а там лево. Блин, тогда не надо. Ладно, я начинаю, да? Ты говоришь, и я потом начну. Ну, короче, мы находимся в высшей школе, в которой сейчас... Говори в камеру. Блин, сейчас лето вообще-то. Я не знаю, ученики учатся здесь вообще или нет. Раньше учились. Ну, подожди. Ну, начинаем. Раз, два. А мы сейчас пойдем туда. Смотрите на ты. Ари, я фильм это. Если что-то, Ари Вестер это говорит. Эй, начинай. Короче, это второй этаж школы. Так недалеко город Аукс. Я даже не знаю, это Аукс или зона Аукс. Ну, покупай класс. Сфотографируй что-нибудь, да? Да, ну, как? Ну, давай. И мы сейчас пойдем на лестницу. Сейчас нам запрещено идти, потому что она очень крутая и там опасно. Поэтому мы ходим с той стороны обычно на первый этаж. А мы спустимся на первый этаж, там, где запрещено идти. Вот. Стоп. О, такой прикол, смотри, он снимает. Давай. Все, там запрещено ходить, потому что она крутая. И репортаж будет дальше вести Илья. Веди, Илья, нас. Пожалуйста, иди. Говорить потом. Мы находимся в школе, каком это экскурсия, это наш лагерь. Вообще-то мы не сюда пришли. Ой, по-другому здесь. Это зал. Или актер? Это скорее больше похоже на какой-то зал. Слушай, а мы здесь тоже еще не были. Сделай кружок. Ой, мы вообще не туда пошли. Короче, лестница где-то в другом месте. Ну, что мне говорить? Давай посмотрим. О, здесь у нас очередная карта. Это спортивный какой-то актовый зал. Где ты? Ну, Сарчев. Больше похоже на спортивный зал. Так, здравствуйте. Мы находимся в школьном, старом школьном помещении, что... Раньше учились дети, это в каком-то году, 20 век, да, и мы тут находимся в лагере, мы тут 4 дня, и что у нас придумали, что поедем в лагерь там. Для отдыха. До отдыха, да, и что еще сказать такого? То же самое по-латински скажи. Ладен, мы здесь там вас разнометны, он с четвером дня мы сад брал сам отпуск, я смысл дачу брилайкс. Он... Ладен, мы здесь им пелнеты, потому что был сад отвел на отец модер, бива спортс. Он, как смысл, мы с... не знаю, я скажу, что здесь есть свет, мы его сейчас включим. Розетки еще 20 века. С 20-го. И даже не меняли. Вот есть свет, или не знаю. Есть. Да будет свет! Сказал Виклич. Не, я сейчас электроник и перевезу провода. За свет нужно. Скажи, что там станок. Напиши, что здесь. Тут у нас установки про что там... Установка.
остановка там, не знаю, шум, переключение. Остановка, да, и... Какая остановка, вы чё? Установка. Установка какого там? Станок для плетения ковров. Пожалуйста. Да. Я сам на таком плел когда-то. И... Ну, сейчас не заправлены. А, можешь что-то еще рассказать? Тут про... можно плести, а? Можешь про себя можешь рассказать или только к земле? Стой, я...